Педалируем мы уже в сторону Юрги. Встретились с парнем, приобрели у него тахометр. Я у него много запчастей уже взял. Вот. Хотел взять еще вот эту панельку с датчиками, но дело не в панельке, дело в самих датчиках, которые стоят там внизу, с которых берутся показания. Потому что я взял у него, и оно точно так же все показывает. Ничего не поменялось. Да, сдох у меня, кстати, уровень топлива указатель, но он сдох на самой на удочке. Так как, короче, там он сдох на удочке, на этой надо смотреть, там провода где-то, какой-то провод отвалился. Вообще, вот вчера снег был, да, по метели ехал. Много чего, конечно, каких-то глюков повылазило. Лампочка блокировки, кнопка блокировки моргала, вчера ехал. Хотя блокировка, в принципе, она отключена, ее нету здесь, блокировки моста, к сожалению. Вот потом, что сегодня к дому подъезжал уже, с Журавлева проехал, круиз перестал работать. Был тоже такой же глюк по лету. Ну, в принципе, сейчас запустился, сейчас все нормально, сейчас еду на круизе. Все нормально работает. И что-то еще какие-то приколы были с приборкой. Ну, а этот, в принципе, как бы тахометр сейчас все нормально, он показывает, все работает, все, все огонь, все круто. Теперь хоть знаю, что у меня 80-1500 оборотов. Зеленая зона. В принципе, как бы 75-80 можно ездить. Это 75, это 1300. 1400, вернее, а полторашка — это 80, как-то так. Все, огонь, красота, красота. Ну и что, завтра мы с утра в Юрге грузимся, приезжаем в Новосиб, выгружаемся, и там дальше будем смотреть, что да как. Надо завтра найти станцию где-то поменять, кронштейн, который на кабину идет. Не могу отвернуть кронштейн этот. Короче, что только не пробовал. Боюсь сломать вороток, не хочу его сломать. Вот, надо пистолет, то есть пистолетом отбить этот кронштейн, болты эти отбить, либо, может быть, срезать их нахрен, поставить туда просто новые болты, 3 штуки. Так все болты откручиваются, вот 3 болта только не хотят крутиться. Вот, что еще, что еще, что еще... В принципе, пока не могу ничего сказать, что еще надо будет там сделать, какие еще идеи. Вообще надо взять, позаниматься, надо много чего подделать, надо клея купить, надо заклеить эти обшивки, переклеить их, пока дома сижу, пока делать нечего, снять прям домой, притащить и обклеить их. Надо, что надо еще, надо... Фонарики боковые сделать, они уже куплены давно, они с лета еще лежат, надо купить. Взять их, просверлить там, приклепать в эти, как их называют, скажи, я скажу. Как они называются-то? Ёлы-палы. Провода прокинуть туда и, короче, сделать, чтобы светились, горели. Что-то еще надо было... Вроде все такое вот мелочевочное. Делать надо. Надо динамики купить новые. Купил, я же динамики купил, они. Надо, оказывается, 13-е, а я 10-ки купил. Ну, ладно, куда-нибудь в двери. Например, наверное, поставим, чтобы в дверях играли. Не хочу портить где-то какие-то обшивки, врезать туда эти динамики. Хочу, чтобы как-то более-менее одинаково оно было. Ну, хрен с ним, будет на дверях по два динамика на каждой двери. Что-то еще какая-то мелочевка нужна была, требовала вмешательства. Вентилятор печки, да, кстати, вентилятор печки, ну, верещит, повизгивает на малых оборотах. Да и хрен с ним, пускай верещит, вот его проблема. Меня это не напрягает. В принципе, сейчас вот до 15 градусов можно вообще ездить. До 12 градусов, до 10 градусов. Вот до 10 точно можно ездить, вообще даже печку не включая. Но самотеком нагоняет воздух теплый. Да, еще, кстати, вспомнил, надо купить фильтр салонный с
блоки, они там на замки кабины идут туда. Там тоже резиночки, они, как видно, разбиты, надо посмотреть. Потом что-то еще только что помнил, что надо взять. А, надо фильтр взять в этот бачок гидрача, потому что что-то он подгуживает. Вот этот фильтр, падла, дорогой, он что-то в районе двушки, наверное, стоит этот фильтр. То есть надо будет завтра тоже по запчастям еще прошвырнуться по-хорошему. Ну и вот, в общем, такая вот ситуация. Вот сейчас, что мы сейчас, мы докатим до Цезаря. До Цезаря доедем. На Цезаре нас будет ждать Леха. Еще один наш манист Леха, наш подписчик и товарищ. С ним постоим, потрындим и двинем дальше в путь. Ну, там нам останется 10 километров, там, ну, не 10, 15 километров, а ему еще педалировать и педалировать до самого, до Кемерово. Лежим, ждем, все как всегда. Накосячили там с документами. Я отлеживаюсь из-за этого. Поставили опоздание на погрузку, соответственно, грузить будут позже назначенного времени. Вот такие вот пироги. Ну вот, ну вот, ну вот. Загрузили нас. Ой, загрузили. Вызвали на погрузку. Вызвали на погрузку. Кое-кое как. Долго, конечно, стояли. Очень долго. Все это вот опоздание, это вот все от разгильдяйства. Документы вовремя не сделали. Вовремя документы не сделали. Не подали. Соответственно, я опоздал из-за этого на погрузку. Я опоздал на погрузку, на регистрацию. Соответственно, меня загрузят, как только появится у них время. Вот у них сейчас время появилось. И мы едем грузиться. А так здесь вообще классно все. Прям молодцы, хороший завод, классный. Я вот честно сказать, даже сказать плохого ничего. Это долбанный закон подлости в действии. Когда ты опаздываешь, ты обязательно упираешься в какого-нибудь тихохода и тащишься за ним, потому что обогнать его у тебя не получается, так как идет встречка одна за одной, либо проходит встречка и тут же начинается сплошная. И вот это закон подлости, это, я не знаю, всегда действует такая штука. Кто-то в небе балуется, ловой круг очертил и ушел на закат туда. Да, красиво, конечно. Все, двигаемся, выгрузились. Двигаемся в сторону Сокора, там грузимся в Сокуре. И выдвигаемся в сторону Манжурка, туда, Горно-Алтайск. Че, они дрова не рассыпятся, да? Yeah.
товарищ директор. Директор? Да пошел ты в жопу, директор. Ну, ладно, вот, иди ты в жопу, директор. И на тебя сейчас. Это ты мне вот вчера с тобой так разговаривал. Не, неправда. Занят был. Когда? Когда грузился? Естественно, я грузился. Занят был. Алло. Естественно, занят был, грузился. Что теперь сделать? Вчера я ехал в этом, как его называют, уже я тебе скажу. Короче, Машкова проехал, и там вот так вот на небе прям кто-то петлю нарисовал, самолет какой-то. Большая-большая петля была. Вот и негр, солнце еще высоко, да? Червячки. Да нет, я хурму пошла. Ну ешь, ладно. Приятного аппетита. Спасибо. Обжора. Как ты с нами заспал? Обжора. Я не такая. Я на диете. Ты не такая, кто-то там обжирается у тебя. Шелешпер. Кофе-мофе, чай май. Да, товарищ директора. Да, блин, конечно, без крыла смотрится как хрен на ичо, непонятная лабуда. Было все нахрен. Где-то подъезжаем. Недалеко осталось уже. Километров, может, 20 где-то так вот. Там говорят, какую-то горку надо подниматься. Это интересно мне. Говорит, вроде фура заходила, но опять же, вроде заходила. Когда она заходила, эта фура, тоже вопрос такой интересный. Быки, смотри, смотри, быки эти, коровы. Бесились. Бычки. Бычки бесились. Хера такие. Все-таки поедем? Попробуем, да. Так-то сейчас должно, по идее, пойти. Да? Ну, я сейчас лентяй поднял. Нагрузка сейчас добавилась на ведущую ось.
бабы с полными ведрами. Хорошо, что вот ось разгрузилась, нагрузка на ось ушла. Я лентяй поднял и заехал спокойно. А если бы лентяй не поднял бы, он бы тянул за собой, он бы хер поднялся бы. Они что, уже разгрузились и свалили? Чувак, да давай ты можешь с рулишь немножко в сторону. Вот, проехали. Красиво будет. Там на втором этаже кровать такая небольшая, матрасик, грубо говоря. Там лечь спать, здесь в углу кухонка, там диванчик какой-нибудь. Здесь вот столик. Здесь все вот это застекленное. И огонь будет красиво. Веранда такая. Да. Прокатана дорога. Цезаринный, да, вкус немного. А? Не цезаринный вкус, да? Нормально? Нормально. Майонез, да. Ну вот, други мои, закончился
итоге. Что получается, время 2 часа ночи. Сейчас приедем, вещи все собираем быстро. Топаем до дома, ставим стирать все. Стираемся. И завтра в 8 утра у нас уже должен быть подъем. Просыпаемся, собираемся быстро, собираем постиранные вещи все в кучу. Едем на станцию, прикручиваем кронштейн. Уже договорился с ребятами, завтра будут ждать. И выдвигаемся на погрузку, в рейс. Ну там еще заедем, пару мест надо будет заехать. Что прикупить хочу. Потому что как бы уже, блин, ну никак, честно, без этого не могу обойтись я уже. Потом покажу, что прикупил. И все, и стартуем рейс. Двигаемся. Рейс будет тоже не маленький, длинный рейс будет. Так что как-то так вот. Так. Друзья, вам спасибо за просмотр. Не забывайте писать комментарии, ставить лайки. Будем, это будет продвигать канал наш. Так работают алгоритмы Ютуба этого злосчастного, который нас всех собрал. Всем удачи, всем пока.